Муниципальные конкурсы детского творчества в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проводятся ежегодно. Их участники – школьники города. Свой интерес к истории стремятся проявить даже первоклассники. На оценку жюри всегда поступает очень много работ. Конкурс способствовал формированию нравственных, духовных качеств, воспитанию патриотических качеств, воспитанию любви к своей родине. Конкурс рисунков называется «Афганистан глазами детей». Он приурочен к 30-летию вывода советских войск из этой страны. Юные художники должны были отразить свои впечатления об афганской войне. Чтобы пополнить багаж знаний детей, педагоги проводили уроки мужества, на которых рассказывали о боевых и бытовых буднях солдат. Что пришлось пережить 18-летним мальчишкам, попавшим в соседнюю страну? И дети на этих уроках почерпнули много нового. И, конечно же, сами попытались изобразить то, что они узнали, прочувствовали. Тема конкурса фотографий – есть такая профессия – родину защищать. Организаторы предоставили детям большой простор для фантазии. Это воин, это память. И самое ценное, что мы можем передать будущему поколению, конечно же, это память о своей истории, об истории своей страны, своей родины. И то, что дети могут эту память также сохранить и приумножить. Участники фотоконкурса проявили творчество и мастерство. Среди снимков есть даже реконструкции военных событий. Представлены портреты родственников, участников Великой Отечественной, Афганской войны. Лучшие работы разместили на выставке в фойе городского дворца культуры. Победители конкурсов получат грамоты управления образования. Влада Волошина, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».